Дополнительные льготы на уплату взносов за капитальный ремонт жилья вскоре получат амурчане старше 75 лет. Свое намерение ввести скидку в 50% подтвердил в Рио губернатора области на встрече с Ассоциацией пожилых людей. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября. На 2016 год в рамках принятия бюджета у нас нулевой бюджет будет с 25 августа по 25 сентября. Смотрится, мы будем смотреть на увеличение возрастной категории. И мы уже изучаем вопрос, что такую категорию опустить до 60 лет, допустим, 65. То есть вот так. Вот в этом. Ну, это бюджет 2016 года. Я говорю о тех решениях, которые будут приняты в течение нескольких лет. 50-процентные льготы уже действуют с 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда и других категорий граждан. В настоящее время ими уже могут воспользоваться около 5000 человек.